Друзья, всем привет! Вы находитесь на Мегустро и рядом со мной Алена Мельникова, ведущий специалист по маркетингу и пиар в сфере хорика. Алена, скажи, пожалуйста, что дают данные фестивали ресторанному рынку? На самом деле, это, наверное, не фестивали, а события. Здесь очень много полезной информации, много нетворкинга. На мой взгляд, это прекрасный шанс пойти познакомиться, это раз. Во-вторых, узнать много нового, потому что достаточно дорого стоят все эти курсы. И я вот вижу прекрасный контент, который можно получить за бесплатно, всего лишь зарегистрировавшись. Поэтому что дают? Дают знания, прежде всего, а это наше все. Алена, а почему шефам и рестораторам необходимо посещать такие мероприятия? Ну, блин, камон, это же кругозор. Дело в том, что здесь собрались высокие профессионалы, которые много ездят по международным мероприятиям и участвуют в разного рода мероприятиях. И они привозят, конечно, контент, привозят идеи, с которыми можно познакомиться, которые нужно послушать. Мне кажется, для шеф-поваров это полезно, потому что есть интересные поставщики, с которыми можно напрямую пообщаться, плюс есть интересные мастер-классы, которые можно посмотреть и в которых можно поучаствовать. Ну и, в общем, а рестораторам, мне кажется, вообще, в принципе, полезно куда-то выходить из своих ресторанов, потому что они там живут, засиделись. И сейчас на общем плане ты признаешься. В чем? Продолжи фразу. Мегустро – это. Мегустро – это хорошо. Мегустро – это хорошо. Алена, это очень важная вещь. Это японские патчи для ног. Я хочу, чтобы ты летала. Я хочу, чтобы моя нога улыбалась. И, конечно, твои любимые маски для лица от компании Japonica. Я тебя поздравляю. Спасибо.